Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. Микрофона, как всегда, Илья, и сегодня мы будем проходить игрушку Aquavias в таком вот летспэчке. Вот комментарии активных пользователей, а также, ребят, жмите лукасы, и чем больше лайков, тем больше буду проводить таких летспэчиков и таких прохождений. Ну что ж, ребят, давайте поиграем. Здесь, как видите, мы строим вот такие вот акведуки, возводим такие вот, так скажем, мосты, пути для нашей воды, и таким образом перемещаем воду из водоемов в наши города. Таким образом, ребят, наша задача, в общем-то, в этой игрушке это бороться с засухой, и такая здесь предыстория. Я на самом деле играл немного в эту игрушку перед данным летспэчиком, то есть, как помните, наверное, многие, кто меня смотрит, видели, что я уже снимал на нее обзоры, и сегодня, знаете, решил не только обзором одним ограничиться, но еще и поснимать такое вот прохождение. Надеюсь, что вы оцените все это дело, мое такое старание. Так, окей, немножко я тут затупил сейчас, и, судя по всему, как-то вот так вот мы должны это пройти замечательно. Ну, первые уровни вполне, на самом деле, простые здесь, то есть тут буквально за несколько секунд мы видим сразу же, какой нужно построить путь, и после этого спокойно, в общем-то, это делаем, и таким образом проходим все дальше и еще раз дальше. Отлично, поехали далее, третий уровень. Сегодня мы постараемся, ребят, пройти полностью первый мир, и, может быть, немножечко еще затронем даже второй. А вы, в свою очередь, напишите в комментариях, интересны ли вам такие прохождения. Если много будет хороших комментов, то я думаю, что мы еще сделаем такие форматы. Так, окей. На самом деле, хочу выделить то, что здесь в игре реально очень красивая графика. Наверное, этим она меня по большей части и зацепила. Ну и также атмосферная музыка здесь тоже очень, на самом деле, решает. Это здорово. Итак, отлично, шедеврально, третий уровень мы прошли, идем далее. Как видите, у нас есть ограничение, получается, по количеству ходов, то есть мы делаем ходы в ограниченном количестве. Как видите, вот сейчас около 30, это на самом деле нужно учитывать, и на более поздних уровнях, на самом деле, это очень сильно решает, и таким образом бывает, что ты уже вроде даже и понял, как пройти уровень, но из-за того, что слишком много ходов, попыток ты совершил, ты уже не можешь его пройти, и приходится начинать все заново. Но поначалу, конечно же, все просто, мы, получается, доставляем тот самый путь, и тут дело в том, что мы, получается, так или иначе, в каждом мире доходим до какой-то уже более, так скажем, крутой постройки, и доставляем ту самую воду именно в это место. Так, ну, тут, в принципе, тоже достаточно просто. Кстати, ребят, тоже можете попробовать. Ссылочку я, наверное, оставлю в описании, чтобы вы тоже смогли игрушку оценить. Так. Ну, здесь, в принципе, тоже все достаточно логично. Без проблем. Замечательно. Поехали далее. Поехали далее. В игре есть реклама. Игрушка, кстати, бесплатная, насколько мне известно. Но, в принципе, это сильно не мешает. Тут достаточно быстро мы это дело свайпаем, и мы можем дальше играть. Так, поехали. Четвертый уровень мы прошли, сейчас отправимся на пятую локацию. И, как видите, у нас получается на каждом мире около 6 уровней. Вот, и таким образом каждый мир, мне что нравится, заканчивается именно тем, что мы как раз-таки воду доставляем в какую-то реально очень уже красивую такую постройку. Так, вот тут я на самом деле сейчас, видимо, поторопился, и да, вот так вот мы делаем. Отлично. Немножко поторопился, побольше ходов использовал, чем возможно, чем можно было, но тем не менее, ладно. Идем дальше, на шестой уровень, это как раз таки заключительный уровень в первом мире. И давайте посмотрим, что у нас получится. Как видите, у нас есть такая вон вверху, вернее справа чаша, я даже не знаю, что это такое, чем-то даже, наверное, на Колизей, что ли, похоже. Ну ладно, не суть, в общем, выглядит симпатично. Так. Вот, замечательно, замечательно. Нет, не то, что нужно. Давайте мы сейчас соберемся. Мы таким образом сейчас можем даже на самом деле проиграть. Я что-то, по-моему, слишком много лишних ходов сделал. Ну, надеюсь, что мы все-таки сможем доставить воду куда нужно. Так. Вот сейчас как раз-таки, наверное, будет тот случай, когда я использовал слишком много попыток, и мы не прошли уровень, и придется сейчас начинать все заново. Ну, как видите, у нас вот что-то типа деревушек, есть вот такая чаша, получается, и дорога далее будет вести в другие, видимо, города или поселки. И давайте все-таки мы постараемся с вами сейчас доставить воду в нужное место. Надеюсь, что со второй попытки у меня это получится. На самом деле, я не буду лукавить, я уже проходил этот уровень, но, как видите, даже так можно, на самом деле, затупить и не пройти. То есть вот не так все очевидно, как может вам изначально показаться. Ну и на более поздних уровнях там, конечно, уже хардкора будет достаточно. Так что сами сможете в этом убедиться. На самом деле уровень-то, на самом деле, достаточно простой оказался. И вот так вот красивая анимация
финтифлюшки всякие такие летают, и это нам показывает, что мы наконец-то прошли этот уровень, все замечательно, и мы сейчас, судя по всему, отправимся на следующий мир. Итак, мир номер 2, и вообще, ребят, здесь очень много миров, и надо будет разблокировать все главы, чтобы их тоже открыть, как видите, ой, как же их тут много, и при этом, что мне нравится, в каждом мире есть свои такие уникальные большие постройки. Но если у нас сегодня лайков, ребят, много мы наберем, то я думаю, что еще летсплейчики потом мы отснимем, так что, ребят, все зависит от вас, если хотите увидеть как можно больше прикольных здесь построек, которые мы... до которых мы, в общем-то, доведем воду, обязательно жмите Лукаса. Вот сейчас была очень красивая, кстати, построечка, и замечательно, мы достаточно просто ее смогли пройти. Я сегодня постараюсь, наверное, даже два мира пройти для вас, вот. Ну, а вы, в свою очередь, ребят, Лукасами тоже поддерживайте. Так, так, так. Будем пока так, на интуицию, ребят, работать. Я думаю, что на более поздних уровнях, на самом деле, такое нам не простит игра, то есть нужно будет реально сначала внимательно посмотреть, максимально все обдумать, прежде чем действовать. Ну а вот тут, в принципе, достаточно просто. То есть мы действуем, сразу же видим, как прокладывается тот самый маршрут. И спокойно, получается, доставляем воду в нужное место. Идем дальше, ребят, идем дальше. У нас сейчас уровень 3 будет. Кстати, я ошибался. У нас получается не обязательно, что 6 уровней на каждой локации. Вот как раз-таки в этом мире у нас их получается 7. Возможно, в каждом мире их будет все больше и еще раз больше. Так. Вот тут что-то, знаете, изначально показалось, что игра уже построила все как нужно, но это обманка такая. И вот сейчас нормально мы поставили этот путь, идем дальше. Третий уровень мы прошли, кстати, 3 звездочки получили, замечательно. Сейчас пойдем на 4-й. Поехали, ребят, на 4-й, и вот как раз-таки у нас тут немножко другой режим. Тут мы должны как можно меньше проливать той самой воды, которую мы доставляем. И от этого, на самом деле, нужно действовать, ребят, уже максимально быстро, чтобы вода у нас не проливалась. И тогда все будет хорошо. Ну, надеюсь, что у нас получится это сделать. Ой-ой-ой, вот сейчас я немножко ошибся, зафейлил, но ладно, нормально. Мы все-таки сделали это. Видите, у нас получается такой отсек там был с водой. И нужно было успеть построить уровень, прежде чем эта самая вода не закончилась. Что ж, отлично, идем на 5-й уровень. Пока идем, кстати, очень даже бодренько. Я даже не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что я уже играл немного в эту игрушку для своих обзоров. А может быть, я просто... нормально стал все это видеть. Ну да, наверное, немножко прокачался. Поначалу, если честно, не буду отрицать, у меня не все далеко с первого раза получалось. Вот такие вот дела. Кстати, можете тоже написать в комментариях, как у вас игрушка идет, как у вас получается пройти уровни. Вообще, по-моему, она очень здорово позволяет расширить наш кругозор, то есть так прокачать внимательность. Я, в принципе, люблю подобные игры, которые не только красивые и захватывающие, но и которые еще, так скажем, полезные. Так, ну что, давайте попробуем опять же так на интуицию для начала пройти. Так, ну, кстати, тоже очень просто, по-моему, сейчас должно быть. А нет, не так все просто. Я примерно понял, как нужно действовать. Надеюсь, что количество ходов у нас будет достаточным. А, да нифига, ребят, кстати. Вот. Первый уровень еще на этом мире, который мы не смогли с вами пройти, но надеюсь, что сейчас мы разберемся. Давайте попробуем еще раз, попробуем сейчас пойти немножко по другому пути. Так, если мы завернем вот теперь вот сюда, попробуем посмотреть, что из этого получится. Нет, это тоже какая-то лабуда, если честно. Хорошо, что у нас еще ходы есть. Вот, кстати, сейчас получилось. Замечательно. В принципе, не так уж и много попыток мы использовали. Со второй смогли пройти. Очень хорошо, 6-й уровень пройден. И как раз-таки сейчас будет 7-й уровень, который нам позволит перейти уже на 3-ю локацию. У нас снова есть чаша. У нас, получается, есть такой вот таймер воды. Ну, то есть нам нужно сейчас реально быстро, ребят, действовать, чтобы все было окей. И желательно не фейлить. Но, опять же, ребят, я уже 100 раз говорил, что играть и комментировать — это очень сложная тема. Но я постараюсь справиться. И да, кстати, у меня это получилось, в принципе, с первого раза. Замечательно, отлично. И мы снова доставляем воду в эту чашу. И из чаши она идет в такие огороды и поселки. Супер, пацаны. Давайте посмотрим даже, наверное, немножко 3-й мир. Кстати, вот как раз-таки 3-й мир, как видно, уже звездочек у меня здесь нету. То есть до этого я особо не играл, только, получается, самый первый уровень прошел. Так что здесь, наверное, будет сложнее. Но, ребят, если лайков сегодня много наберем, я думаю, еще снимем такие прохождения. Как видите, первый уровень
да, из третьего мира достаточно тоже просто проходится. И сейчас давайте хотя бы для ознакомления попробуем второй и третий еще здесь пройти, и будет замечательно. Так, ну что, погнали, ребят, на второй уровень, погнали, посмотрим, что нас там ждет. Ну вот так вот, конечно, если играешь и потом играешь второй раз уже тот или иной уровень, будет, наверное, чуточку попроще тебе. Так. Отлично. Должно было быть, но нифига. Не туда я пошел. Вот тут на самом деле уже, знаете, пошло похардкорнее, мне кажется, слишком запутано. Нет. По-моему, вот как-то так должно быть. И да-да-да. Мы на правильном пути, и даже у нас вроде бы количество ходов хватило. Но, блин, знаете, вот так вот прям тютелька в тютельку, еще один ход, и мы его проиграли. Замечательно, пойдемте дальше, пойдемте на третий уровень. Попробуем его пройти. Ой, как же я не люблю вот этот жанр, когда у нас получается ограниченное количество ходов. Это всегда очень сложно, ребят. Вам, может, со стороны кажется, что не так сложно, но на деле, когда сами попробуете, я думаю, что вы меня поймете. Так. Очень много воды сейчас утекает. Я не знаю, по-моему, я все-таки действую не совсем верно. Так. Что-то мы не совсем правильно сделали сейчас. Вода-то уходит, ребят. Вроде бы похоже на правду, но нет. Все-таки что-то не так. Угу. Попробуем еще раз, давайте. Давайте еще разок попробуем пройти этот третий уровень. Блин, я вот сейчас тороплюсь, из-за этого начинаю косячить. А, вот, кстати, наверное, вот так должно быть. Вот сейчас больше похоже на правду. Так. Вот сейчас точно правильно. Вот такая вот красотень, ребят, вот такая вот красотища получилась, выглядит реально просто обалденно. Ну и здорово, что мы прошли. Давайте, ладно, еще один уровень посмотрим, мне прям уже самому интересно. Вот интересно посмотреть, что будет на четвертом. Кстати, всего лишь 5 уровней в третьем мире. Давайте-ка, знаете, пройдем, наверное, их, попробуем пройти, почему бы и нет. Посмотрим, что у нас будет, как будет заканчиваться третий мир. Потому что, знаете, мне уже стало самому интересно. Самому интересно посмотреть. Так. Вот сейчас очень просто, на самом деле, прошлось. Отлично. Замечательно, ребят. Очень быстро мы прошли этот уровень. И сейчас пойдем на пятый. Вот на третьем мире почему-то всего лишь 5 уровней. Давайте уж третий мир-то добьем. И посмотрим, что же нас тут ждет. Очень красивая постройка, я уже вижу. Так. Будем надеяться, что у нас получится с первого раза это сделать. Но если даже не получится, ничего страшного. Я думаю, что мы все равно... общими усилиями, ну, вы там, как зрители, я думаю, что все равно меня поддерживаете, поэтому говорю общими усилиями. Я думаю, что мы все равно добьемся своего. И да, кстати, получилось замечательно. Давайте посмотрим третью постройку. Офигеть, как красиво! И вот эта вот анимация, что растут разные деревья, это вот прям вообще восхитительно, очень клево. А вот дизайнеры этой игрушки просто красавчики, очень красиво делаете. Ну что, ребят, четвертый уровень у нас пойдет дальше, и, как видно, здесь уже нужно заплатить, судя по всему. Так, разблокировать все главы. Вот такая вот тема, ребят. Но при этом, что клево, мы можем, на самом деле, даже не платить, можем указать 0 рублей, и глава будет разблокирована. Очень классный подход, ребят. Как видите, получается, здесь мы можем немножко сдонатить разработчикам в поддержку, можем указать 0 рублей. Блин, я, наверное, даже сам задоначу, потому что игрушка офигенная, в принципе, и вам тоже рекомендую это сделать, если, конечно, есть лишние деньги. Если нет, как видно, можно играть и бесплатно. Офигенный подход. Ладно, все, ребят, жмите Лукаса в поддержку, обязательно подписывайтесь на канал, и скоро еще увидимся. Пока.